Доброго времени суток, дамы и господа. City Skylines продолжается, и сегодня у нас по плану все-таки доделать наконец-то наш первый район и, наверное, перейти к следующему. У меня уже есть план по этому поводу. Но, конечно, перед этим нам, наверное, нужно немножечко проверить нашу ситуацию с образованием, потому что она достаточно сложная. Этот вопрос нужно решить, чтобы мы получали максимальное количество бабосиков с этого райончика и, собственно, могли уже себе позволить следующий. Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал, по ехали. Собственно, что мы можем сделать с этой проблемой? На самом деле, я бы просто заглянул бы в школу, посмотрел бы, что здесь сейчас достаточно еще свободных мест, но я думаю, что в скором времени количество этих мест немножечко уменьшится, но мы будем продолжать следить за этой историей, потому что не вижу сейчас смысла поднимать бюджет. Меня очень интересуют наши городские службы. Но вот электричество на грани. Мы сейчас будем дорисовывать вот этот райончик, и мне кажется, что могут возникнуть определенные сложности. Деньги вроде капают, я, наверное, поставлю вот на вторую скорость. И мы сейчас с вами сделаем следующее. Доделаем вот этот вот хвост. Как мы его доделаем? Да все на самом деле просто. Я возьму дорогу, подсоединю ее вот сюда, просто-напросто, а тут я сделаю вот так. Я разделю вот эту часть на две. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Нормально. Зачем я так сделал? Скорее всего, нам понадобится еще один коммерческий райончик, потому что, ну, наверное, квартальчик, потому что осталось всего два свободных места здесь, или уже одно, и коммерция скоро захочет развиваться. Конечно, вот эта вот вся ситуация с домами не очень приятная, которую приходится сносить. Я знаю, что можно было установить мод на эту историю, но мне просто лень этим заниматься, мне проще удалять самостоятельно дома. Не думаю, что их будет очень много, на самом деле просто надеюсь на то, что их будет действительно мало. Здесь мы с вами приделаем еще один жилой квартал, вот тут он себя будет чувствовать отлично. Наверное, вот здесь тоже будет чувствовать себя он неплохо. А также я хотел бы, наверное, сразу нарисовать коммерцию или не сразу? Нет, давайте, наверное, не сразу. Я сейчас загляну сначала в парке. Вот здесь ребята что-то несчастливы. Давайте им сюда парк бахнем, потому что вот эти два квартальчика будут отлично себя чувствовать. Два парка рядом, поэтому они тоже будут синего цвета, я в этом уверен. Вот эти уже начали радоваться. Но что-то вот хвост вот здесь какой-то остался, к сожалению. Ну, нечего мне, ребята, вам туда приделать. Уж извините, пожалуйста, места там просто-напросто нету. Поэтому уж как-то сами разбирайтесь. Можно будет вот сюда допутешествовать, ничего страшного. Ну и как там в школе дела? Ну, слушайте, мне кажется, настал тот самый момент, когда пора уже нам что-то с бюджетом сделать. Давайте заглянем сюда и на образование, наверное, выделим где-то, ну я не знаю, давайте 115 для начала процентов, посмотрим, сколько это даст нам мест для учащихся. Ну, плюс 40 мест, нормально, я считаю. Пока что больше добавлять смысла нету. Я так понимаю, что высшая школа тоже увеличилась, да, все верно, на 130 человек, нормально. Здесь вообще все отлично, никаких проблем. Что нам говорят вот эти вот графики? С образованием 31%, без образования 69%. Но это все вопрос времени. Мы тут ничего не можем сделать, просто надо созидать и иногда чистить наш город. Наверное, нам стоит сюда немножко переместиться и понять, что место закончилось. Собственно, надо эту историю расширить. Здесь мы продолжим с вами колдовать с прямоугольниками. Потому что, ну что тут, блин, прикалываться еще по промышленной зоне. Здесь главное, чтобы было. Основное это правило. Здесь воды, наверное, будет не хватать. Все верно, воды действительно не хватает. Ну, давайте вот сюда тогда еще приделаем. Уверен, что этого участка должно на ближайшее время хватить. Скорее всего, дальше будем потом расширяться. Сюда не хочу сейчас ставить заводы, потому что, возможно, скуплю вот этот участок и расширю вот в эту сторону. Ну, короче, там посмотрим по ходу дела. Вроде здесь появился уже первый завод, а здесь появились еще несколько зданий, которые нужно убрать. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Вот такая вот фигня. У нас появились с вами проблемы по электричеству. Но эта проблема решается очень легко. Я не буду с ума сходить по ветродуям и по всяким волногенераторам, потому что они дают мало. Ну, то есть, смотрите, здесь дает 40 мегаватт, здесь мы получаем 20 максимум. Ну, соответственно, это стоит 12 штукенца, а вот это стоит 19. То есть, вот это получается выгоднее, ну, по всем параметрам. Давайте сразу ее делать, не сходить с ума. Все, у нас с вами еще 40 мегаватт в запасе, мы сможем их потратить в том числе на новый район. Наверное, сначала стоит дождаться того момента, когда здесь все застроится, и вот уже в коммерции появилась какая-то потребность. Блин, это на самом деле штукенция интересная, потому что нам нужно с вами достаточно много баблишка. Мне очень хочется, я вам сейчас расскажу, заселить вот этот вот островок. Потому что будет смотреться, мне кажется, прикольно. Подсоединять мы его будем, наверное, с этой стороны. Здесь, соответственно, мне придется немножечко переделать этот перекресток, потому что он выглядит сейчас ужасно. Точнее, он будет выглядеть ужасно, так как отсюда, если пойдет дорога, ну, будет странно смотреться. Надо делать основной дорогу вот эту и к ней уже подсоединять, соответственно, боковую. Ну, а как вы понимаете, нам еще нужно купить участок. Давайте глянем, сколько он стоит денег. Он стоит 5000.
5000 это дохрена для нас, но мы купим. Мы купим, как бы, и не будем стесняться. По крайней мере, будем уже уверены в том, что этот участок наш, и мы можем просто его застроить. По большому счету, сейчас достаточно много денег еще уходит на дорогу, на вот этот самый мост. Будем его делать, опять же, в формате просто двухполосной дороги, потому что, ну, блин, не хватит нам бабла на это все иначе. Раз уж выбрали такую карту, придется расхлебывать. Так, значит, у нас вот там рабочих не хватает. Что мы можем с этим сделать? Мы можем немножечко дорисовать вот здесь жилых зон. Наверное, вот до вот этого перекрестка я дорисую. Конечно, это не супер много, но хоть что-то. Сюда, наверное, не стоит, потому что они будут ругаться на то, что слишком сильно шумит вот эта хренотень. И они будут совершенно правы. Как вот это у меня получилось, я до сих пор не понимаю. Очень странная фигня. Не знаю, есть ли смысл здесь добавлять еще один перекресток и парочку домов сюда забацать? Нет, наверное, я не хочу этим заниматься, потому что мы снесем уже готовые дома, дома, которые получили уровень, поэтому это плохая идея. Ну как там наше образование, расскажите, пожалуйста. Ну прям нормально, прям все хорошо, достаточно еще мест, парочку домов всего осталось, думаю, что в скором времени эта проблема решится. Вроде появились бабосики. Что это значит? Это значит, что пока что можно мост наметить, потому что, блин, ну потому что можно. Почему бы нет? Как я и говорил, вот это я, наверное, уберу. Может быть, вот этот хвост, конечно, зря я убрал, но что поделать, так бывает. Ну давайте, давайте, в общем, приделывать. Соответственно, вот до сюда мы приделываем вот эту вот дорогу. После чего я, наверное, уже возьму вот такой формат. И здесь мы с вами попробуем замутить мост. Стоит он 10400, да хренище, конечно, на такую сумму я не рассчитывал, но что поделать. Могу сюда подключиться, это 8800, но в любом случае, я думаю, даже если отсюда вести еще один маленький сюда, все то на то и выходит, да, получается. Ну да, здесь уже будет 11, но в общем 10200 это потолок, который я готов потратить. Давайте, собственно, мост приделаем, здесь уже нам все понятно. Есть небольшая потребность, хотя уже достаточно большая потребность в коммерции, давайте тогда это дело тоже организуем. По воде здесь вроде все окей, это замечательно. Соответственно, просто рисуем им коммерческий райончик. Да или нет пока что? Подождите. Или мы хотим жилой райончик? Как у нас там дела с работниками? С работниками все ок, поэтому давайте все-таки запиливать здесь коммерцию. Блин, вот здесь, конечно, зря я сделал, немножечко подсотрем. Первые магазинчики уже появляются. И тут мы поступим следующим образом. Вот так вот закрасим. И, наверное, вот здесь еще два домика мы построим. Должно выглядеть нормально. Слушайте, ну, судя по тому, что здесь пошел какой-то спад по учащимся, я думаю, что все нормально будет сейчас, в ближайшее время все обучатся. Ну-ка, что нам график показывает? 57 без образования, 36 уже с образованием, 8% с хорошим образованием, высшего пока у нас нету, как вы понимаете. Но об этом еще рановато говорить, все-таки сейчас надо хотя бы с таким разобраться, чтобы уже люди имели доступ к школам. Я вот не знаю насчет того района, как мы будем здесь что придумывать, потому что нужна ли здесь будет своя школа? Скорее всего, нужна, потому что это будет находиться очень далеко, и плюс дома еще повысят уровень, появятся новые жители. Ну, в общем, вы поняли, скорее всего, там придется делать эту всю инфраструктуру образовательную свою. Ну, давайте тогда этим и займемся. У нас появились денежки, есть 10 тысяч, надеюсь, что мне их хватит. Значит, мы будем строить с вами в режиме изогнутая дорога, потому что здесь по принципу предыдущего района все у нас будет. Вот не знаю только. Ну, давайте как-то вот так, наверное, пойдем, да? Я хотел бы расчертить полностью, так сказать, основу, потому что от нее уже можно будет отталкиваться, будет понятно, потому что если я начну заселять людей сразу, потом могут возникнуть проблемы, что-то придется сносить, я не знаю, ну давайте как-то так это все делать. Здесь также у нас попал под наш взор вот этот вот хвост, что с ним делать тоже пока не ясно, явно здесь напрашивается потом соединение, но я думаю, что это будет плохой идеей, потому что вот здесь есть трассы, если мы потом прикупим еще один участок, здесь какие-то очень ровные прям места. Мне кажется, вот здесь специально сделано для того, чтобы организовать плотину, вам так не кажется, да, прям вот, прямо нормально было бы, но ладно. Вот, может быть, мы подсоединимся уже с помощью дополнительного квадрата, мы прикупаем вот этот и, например, попадаем на трассу, соответственно, да, и можем людей завозить уже с другой стороны, а здесь их просто соединить, чтобы они могли друг к другу путешествовать. Ну, короче, пока непонятно, там тоже получается такой небольшой островок. Хочется уже, конечно, потом на какой-нибудь остров забацать все-таки многоэтажки. Почему бы нет? Эта идея, мне кажется, тоже неплохая. Что делать вот с этим вот куском? Вот с этим куском что делать? Я думаю, что это будет у нас некий соединительный кусок. Соединительный он у нас будет... Нет, вот это мне не очень нравится. Ну-ка, давай-ка вот отсюда зайдем. Вот, наверное, как-то вот так. Здесь больше ничего не будет. Здесь мы просто подсоединимся каким-то волшебным образом вот сюда. Да, наверное. И, соответственно, дальше уже можно будет это все дело разрисовывать. Пока не будем торопиться, в этом нету просто смысла. Мы тогда с вами здесь сделаем скелет по принципу предыдущего, опять же, района.
наверное, больше квадратов. Относительно квадратов. Блин, деньги закончились, вот это новости. Вот здесь еще, ко всему прочему, работников не хватает. Ну, в общем, все верно, нам нужно сюда сейчас будет заселить людей, но вопрос в следующем. Сколько нам будет стоить подвести сюда электричество? И это очень важный вопрос, потому что без этого смысла что-либо строить нету. Давайте смотреть. Ну, хотя бы примерно вот до сюда довести, это 1600. 1600 это не так много, как я думал. Если честно, думал, что получится прям побольше. И первых людей, наверное, мы сюда заселим. Погодите-ка, первые люди. А воду кто вам будет подводить? Скорее всего, я. Ну, давайте тогда поступим вот так. Потратим, наверное, все бабло. Но вот этот участок мы уже можем заселить, да, я правильно понимаю. То есть, соответственно, вот эти вот клеточки. Наверное, какую-то часть вот здесь мы можем заселить. Прям вот, скорее всего, вот до сюда. И квартальчик прям целиком. Ну давайте хотя бы минимум первых жителей заселим, потому что работников действительно не хватает. Вот сюда нужны срочно сотрудники, чтобы эти предприятия не загнулись, а потом уже посмотрим. И снова есть немножко бабла, это отлично, это классно, это замечательно. Давайте тогда мы здесь что-нибудь еще сделаем. Мы обязательно сначала займемся водой. Сколько это все стоит? Стоит это до хрена что-то. Просто на самом деле мосты, которые мы с вами проводим очень успешно между райончиками, точнее, между промышленным и вот этим, они, конечно, очень много бабла занимают, и мы в таком состоянии накопления постоянно находимся, но ничего страшного, бывает. Я думаю, что еще чуть-чуть времени наши районы начнут приносить нам много бабла. Блин, ну не хватает денег, что ли? Да нет, вроде хватает, 800 всего надо, что вы мне рассказываете? Значит, как мы здесь поступим? Давайте, наверное, мы проведем некую вот такую вот дорогу, проведем ее, например, вот сюда. Конечно, не очень, наверное, правильно я место трачу, но не хочется просто совсем однообразно делать. Здесь мы сделаем перекресток. А можно просто прямой, пожалуйста? Да, вроде можно. Замечательно. Какая-то коммерция здесь, скорее всего, тоже должна появиться, потому что магазины же им нужны, наверное, я думаю, да? Это было бы логично все-таки. Давайте тогда им забацаем сюда магазинчиков. Знаете, здесь еще такая история, что с этой стороны есть вот такой небольшой остров. И в принципе, если бы у нас был бы во владении этот кусок, можно было бы сюда дополнительную промышленность бахнуть, чтобы им далеко на работу не приходилось кататься, тем самым избежать, соответственно, заторов вот на этой развязке, которые придется потом разруливать. Что вот это такое? Что вот это за хрень? Я не понимаю. Вы хотите, чтобы я вас там поселил? Но я не буду этого делать. Я думаю, что вы это понимаете. Давайте тогда мы доделываем жилые районы. Что-то большая потребность прям в жилых райончиках. И в промышленных. Сейчас надо с промышленным немножко поработать, я думаю. Сколько денег у нас? 8500. 8500 мне нравится. И также мне нравится, что нам дали вот районный городок. И сверху еще отвесили бабла. Это отлично. Там, конечно, много всего разблокировалось. Я думаю, что и так всем понятно, что там дают. Нет смысла это все перечитывать. Пока что все равно мы будем заниматься тем, что вкладывать бабосики в город. Что касается, наверное, вот этого района. Я хочу все-таки школу сюда придумать. Хотя бы начальную. Хотя бы начальную. И придумать я хочу ее, наверное, прямо вот сюда. Может быть, здесь появится высшая. Здесь по-любому будут жить люди. Никакого другого варианта я не вижу. Надо это место тоже заселять. Добавим немножко красоты этому району. Нам придется использовать вот такие вот небольшие парки. Я так понимаю, что только вот сюда, да, я могу его использовать. А сюда? Ну вот сюда могу. До свидания, ребята. Вы съезжаете. Здесь тоже нам точно требуется парк. Там есть еще какие-то варианты. Но, блин, придется одинаковые, к сожалению, ставить. Просто не влезают эти. Тут был какой-то небольшой, но все равно... Не слишком маленький, так скажем. Ну вот, видите, он чуть больше, чем тот, поэтому, ну что поделать. Сюда можно будет еще один бахнуть. Я думаю, что он здесь по-любому понадобится, так как люди тоже сюда заселятся и не будут очень счастливы, потому что парк слишком далеко. Мы что-нибудь придумаем. Давайте, наверное, я добью все-таки дороги, у нас деньги появились, почему бы нет. Можно, конечно, и ту часть дорисовать уж сразу, раз такое дело, и наладить полностью работу этих райончиков, чтобы они прям функционировали полноценно. Блин, хочу ли я здесь вот так проводить? Мне кажется, что хочу. Мне кажется, что я хочу, и я так буду делать. Вот, соответственно, вот так это будет выглядеть. Наверное, один перекресток я вам сюда, ребятки, добавлю, чтобы вы побыстрее добирались до пункта назначения. Поделим это на две такие равные более-менее части. И мне кажется, это первая подстава. Гребаный торнадо, надеюсь, не разнесет сейчас все к хреновой матери. И мы все-таки сможем продолжить наше строительство. Давайте найдем торнадо. Я надеюсь, что он будет где-то вдалеке. Очень хочется в это верить. Но удача вообще это не про меня, поэтому возможно сейчас все просто нахрен мы разнесем. Ну конечно же, друзья мои, конечно же именно так. Посмотрите на эту дичь. Я ничего не могу с этим поделать, нам придется только созидать. И я очень рассчитываю на то, что торнадо не доберется до
все-таки нашего основного района. Я понимаю, что здесь мы понесем какие-то убытки, какие-то дома будут снесены, какие-то дороги испорчены, ну вот какая-то их часть, по крайней мере, мы их отремонтируем. Давай-ка, дружище, лети в другую сторону, пожалуйста, не создавай нам здесь проблем. Слушайте, ну он вроде услышал мои молитвы и куда-то направился вообще в противоположную сторону. Как с этими дорогами-то поступить? Я даже не знаю, я могу ли их отремонтировать? Я, если честно, такого еще не делал, ну-ка давайте посмотрим. Да, я просто могу их отремонтировать, чтобы заново не рисовать, на самом деле, это замечательно, это меня радует. Блин, надеюсь, ты не поедешь обратно же, правда? Давай ты останешься просто там и не будешь мне голову делать, потому что мы планируем заселяться, у нас тут вроде более-менее все неплохо. Так, вот сюда я хотел забацать парк, соответственно, дома у нас появятся вот в этой части, здесь надо обязательно зарисовать. Шумит прям по духам, как назойливый комар. Давайте вот сюда еще один бахнем. Что у нас получается? У нас получается, что сейчас огромная потребность в промышленной зоне. Сейчас мы эту потребность будем удовлетворять. Я, наверное, вот сюда дорисовываю последнее жилье, потому что совсем чуть-чуть остается. Или, может быть, сюда еще тоже доделать. Давайте вот так, ладно, сделаем так уж и быть. Давайте еще раз глянем на торнадо. Все, он улетел куда-то к хреновой матери, это замечательно. И сюда приделаем еще чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем заводиков, мне кажется, требуется. Значит, как мы поступим? Наверное, кругали я здесь не буду наворачивать, правильно же? Зачем нам это надо? Это будет плохая идея. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Если я сделаю как-то вот так, да, например, и вот сюда это все проведу. Так, замечательно. Отлично, хорошо. Ну, вот такой вот кусок получился у нас незанятый. Да и хрен ты с ним, вроде красиво смотрится. Давайте нарисуем вам тут заводов. Держите, ребята, заселяйтесь. Вот сюда не заселяйтесь пока что. Я, видите, как бы очень классно заполняю все этой кисточкой. Можно здесь, в принципе, было бы использовать обычный инструмент. Блин, пожалуйста, скажите мне, что... Да, торнадо кончился. Мы вроде первую катастрофу пережили. Я так понимаю, что можно отчет посмотреть. Жертв нет, дорог разрушено 400 метров. Ну, в общем, все достаточно хорошо закончилось. Ну все, здесь все у меня готово. Вода есть, заводики сейчас, я надеюсь, появятся. В принципе, можно будет еще по периметру пустить. А как там с электричеством дела? Опачки, а электричество-то на самом деле так себе уже, да? Сейчас с появлением новых домов мы можем с вами попасть в просак, так скажем. Ну-ка, давайте-ка вот здесь, во-первых, немножко доведем, потому что что-то я про это как-то забыл. Я, наверное, сразу до конца бахну, деньги вроде присутствуют, я не так быстро их трачу, они успевают накопиться, это мне нравится. Это значит, что в дальнейшем у нас будет возможность все-таки в какие-то более серьезные проекты вкладываться. Надеюсь, что не будет постоянно каких-то катастроф, и все-таки они будут чередоваться, потому что настроить, по сути, это нельзя, можно просто это включить и выключить. Я уж все-таки подумал, что, наверное, с катастрофами будет как-то поинтересней, поприкольней, больше экшена. Вот, собственно, пока что экшена нету, но мы, по крайней мере, поняли, что с природой шутки плохи. Слушайте, а вот еще какая проблема-то? А поедет ли кто-то сюда тушить пожар? Расскажите мне, пожалуйста. Машина поедет, но это достаточно долго. Но пока что не буду торопиться. Как у нас здесь по дорогам дела? А вот и первые сложности, да, я так понимаю. Ну, есть какая-то проблемка, да. Есть проблемка, я чувствую. Я вижу и чувствую. Ну, хорошо. Хорошо, мы будем об этом знать. Что в скором времени здесь что-то нужно будет уже предпринимать. Как бы я вижу единственный вариант, наверное, в дальнейшем, это уже подключать промышленный район с помощью вот этого шоссе. Не делать въезд через вот этот полукруг. Здесь, наверное, просто где-то обрубать и доводить мост уже отдельно. Но это все в планах. Кстати, вот эта вот хрень нам больше не нужна, потому что, по большому счету, я подключил уже с помощью обычных домов нашу... вот эту вот штукенцию, ну вы поняли, водоочистные сооружения, поэтому мы вот это все уберем, это будет лишнее, оно немножко портит внешний вид нашего города. Здесь какие-то еще люди до сих пор без образования. Ну что вы делаете-то вообще? 167 человек. Больше никто учиться вроде как не хочет. Я так понимаю, что все идут, да, и, наверное, здесь вот будет прибавляться постепенно. А тут у нас прям пожарище, я вам скажу. Прям пожарище. Наверное, все-таки есть смысл сюда построить свою пожарную станцию, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Куда вам ее поставить? Если я поставлю сюда... то, в принципе, мы дотягиваемся почти до самого финала. Давайте тогда вот здесь по центру будет она находиться. В принципе, еще 26 тысяч есть. Я надеюсь, что сейчас отсюда машинки поедут и помогут нам разобраться с этой проблемой. Ну, выгорело здесь знатно, я вам скажу. Но вроде все живы и целы, да? Все хорошо, вы здесь живете. Да, у вас все нормально. У вас все нормально. И знаете, я тут посмотрел, вроде не так все плохо здесь на самом деле. Вроде как бы пока само по себе разруливается. Но мы понимаем, что это ненадолго, конечно. Это 100%. Здесь придется что-то менять рано или поздно. Потому что, когда разрастется наш промышленный район до чего-то действительно большого, будет уже необходимость в этом. А вообще, мы не смотрели по ресурсам. У нас здесь есть какие-то ресурсы, и как это делается, я вообще забыл. Вот так. Спасибо, подсказок нам не надо. Слушайте, ну лес, нефти как бы ноль. Плодородной земли как бы ноль, но это такая карта, она, наверное, рассчитана немножко на другое, можно лесом будет заняться, если уж совсем
захочется либо все-таки ферму замутить, ну почему бы сделать ее и без плодородной земли, конечно, может не настолько эффективно, но тем не менее можно где-то это будет устроить, тем более здесь есть вот это дополнение, позволяющее нам заниматься промышленными зонами, но там посмотрим. Короче, вот эти ребята меня начинают подбешивать, и я не знаю, что им не нравится, они могли бы просто спокойно получать образование, но они нам говорят, что им не хватает образованных сотрудников. Я думаю, что все-таки, дайте-ка я вот так вот сделаю, я думаю, что все-таки нам нужно здесь школу построить с вами, в любом случае, потому что, погодите, эту я построил, высшую школу я хотел сказать, потому что мне кажется, что они не будут доезжать, видите, да, вот здесь заканчивается вот эта вся хрень, может быть, надо среднюю школу, блин, да не средняя же она, высшая, ставить где-то прямо посередине, это было бы правильным решением, да и вообще, наверное, надо допить уже вот этот вот остров, этот райончик, чтобы здесь уже понимать, как все будет выглядеть, давайте, наверное, этим займемся. Мне кажется, что для начала все-таки я дорисую сюда, наверное, дороги все, чтобы уже понимать, как это должно быть. И уже от этого отталкиваться. Значит, закругляемся вот сюда. И, блин, вот этот хвост мне вообще не нравится. Что будем делать с этим? В принципе, все-таки моя идея про строительство второго промышленного района имеет место быть. Но, может быть, этот остров надо использовать под что-то другое. Как вариант, не знаю под что, но под что-нибудь другое надо бы. Подумаем над этим. Не буду я, наверное, здесь строить никакой промышленный район. Блин, но вот этот хвост, он, конечно, меня расстраивает. Он меня очень расстраивает. Я даже не знаю, сколько бы стоил нам этот кусок, объясните мне, пожалуйста. Он бы стоил 7000, но, в принципе, можно себе позволить, и мы уже завладеем вот этим вот участком. Здесь, конечно, больше всего воды. Вот этот бы захватить, и большой остров был бы в нашем распоряжении. Но да хрен ты с ним, давайте расширяться. Так как я и говорил, что не хочу затягивать прохождение на 20 серий, будем брать потихонечку эти куски. Деньги вроде по 3500, нормально, давайте сейчас я дорисую дорогу. Здесь все по классике, я вас ничем не удивлю. Единственное, что мне вот этот угол не очень нравится, я бы хотел бы его немножечко подвинуть. Вот вроде вот так более-менее, или мне кажется. Да нет, мне не кажется, вот так уже получше стало. Более округлые формы, но все равно он какой-то прямой. Давайте вот сюда вот так сдвинем. И чуть-чуть еще совсем вот здесь, или здесь не трогать, но вот нормально. Вроде нормально, замечательно, с этим определились. Здесь, соответственно, напрашивается мост, что здесь будет находиться, пока не ясно. Может быть, все-таки я и запилю сюда промышленную зону, потому что потребность небольшая. Ну и давайте продолжать на самом деле, давайте продолжать. Мы с вами сюда забацаем еще чего-нибудь интересненького. Будут жить здесь люди. Как мы помним, воду мы уже придумали. Вот единственный вопрос с парками у нас. С парками это актуальный вопрос, коммерция, уверен, тоже пригодится. Давайте сюда еще один микрорайончик сделаем. Второй, наверное, не буду. Здесь тоже появятся у нас людишки. Если что, остается еще площадь вокруг дороги, то есть около берега. Береговая линия. Сюда можно будет добавить магазинов. Давайте сразу быстренько посмотрим на парки. Да, действительно, здесь уже можно другие, наверное, парки строить. Одно и то же просто надоело. Давайте, наверное, вот сюда один поставим, да? И, наверное, куда-нибудь вот сюда один забацаем. Мне кажется, что они должны охватывать, собственно, всю вот эту зону. Вот те ребята прямо обрадовались. Вот здесь, наверное, вы парк хотите, да, увидеть? Но здесь вам, скорее всего, придется поставить вот такого вот товарища. Да, потому что он сюда влезает. Так, послушай меня, промышленная зона. Что ты нахрен делаешь? Ты хочешь еще? Я понял. Ну, давай. Хорошо. Давай тебе сделаем как? Мы сделаем тебе вот как-то так, наверное, да? Или что-то какая-то хрень получилась у меня. Ну да, наверное, какая-то хрень, скорее всего, надо переделать. Вот так мне нравится больше. Наверное, можно прям залить. Прям заливаем. Ну, конечно, вот сюда можно баснуть еще. Не знаю, стоит ли, не стоит. А, давай, сделаем, ничего страшного. Пускай будет у нас много заводов, но посмотрите просто, какая потребность. Просто нереальная вообще. Что здесь происходит у нас? Что здесь случилось? Давайте посмотрим. Недостаточно клиентов, друзья мои. Вот такая вот история. Здесь есть какие-то домики, которые нужно отсюда делать. До свидания. Конечно, метро бы нам пригодилось. Давай мы тебя тоже уберем, чтобы ты нам общую картину не портил. Метро бы пригодилось, чтобы это все дело соединить, да? Потому что слишком далековато находится. Для начала можно автобусами это все сделать. Так, погодите, какой нахрен мусор? Что у нас здесь со свалкой? Мусоровозы 34% заполненности. Не делайте мне голову, сейчас к вам приедут, мусор заберут. Ну что, ребятки, как вы себя чувствуете? Вроде у вас все должно быть хорошо. Вам все еще не хватает промышленных зон, я понимаю, но подождите буквально чуть-чуть. Мне кажется, заводы здесь строятся. Только заводам не хватает воды, вот единственная проблема. Я, как всегда, этот вопрос упускаю, но все поправимо. Пожалуйста, держите, возрадуйтесь. Что касается еще какого-то количества, ну давайте сделаем вот сюда. Вот сюда, как я и говорил, я не очень хочу. А с этой стороны я хочу? Ну, давайте, наверное, с этой стороны хочу. Пускай добавляются. Блин, но видите, просто потребность надо эту загасить, иначе город не будет дальше развиваться. Загадили мы, я вам скажу, все это дело знатно. Я просто не очень понимаю, если это течение идет в эту сторону. Не кажется ли вам, что оно должно выходить куда-то, вообще хоть куда-то?
Но нет, им походу не кажется. Оно просто затекает и здесь собирается. Получается, что вот здесь вот, да, у нас такая вот фигня есть, куда вся вода уходит. И мы могли бы этим воспользоваться. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Мне не нравится загаживать весь свой водный вот этот мир. Слушайте, а здесь, походу, будет циркулировать, да? Вы видите, что здесь происходит? Здесь хрен пойми, какие стрелки. Вот это проблема. Но мы можем вот сюда вот так сделать. Почему бы нет? Давайте на это немножко денег потратим. Так сказать, будем за природой следить. Ну, если можно это так назвать. Пока что это подведем вот отсюда. Я знаю, что это недешево, но уж извините, что поделать. Та хрень мне просто не устраивает, которая там происходит. Где мне трубу-то найти, не подскажете? Вот здесь, походу. И подключим ее вот сюда. Сливайся нахрен в ту степь. Нам больше не загаживай, пожалуйста, море. Ну, если можно его так назвать. Ну-ка, закройся. Тебя мы, дружище, удаляем. Все, до свидания. Здесь больше этого нам не надо. Я надеюсь, что это все исчезнет. И давайте посмотрим, это-то заработало. Это вроде заработало. Я так понимаю, что там будет просто чернота. Там, по крайней мере, есть куда вытекать и уходить. В общем, этому пятну грязному. Но в любом случае, вот это не дело. Ну а мы с вами продолжаем следить за развитием событий. И, собственно, вроде развитие событий-то нормальное на самом деле. Я пока что не буду трогать вот этот участок. Пускай он остается вот прям таким. Мы что-нибудь здесь интересненькое забацаем. Пока что не знаю что, но что-нибудь обязательно придумаю, обещаю. Значит, здесь вроде все нормально. Остаются еще места для жилых построек. Немножко коммерческой зоны им хочется, но мы видим, что, наверное, торопиться не стоит. Хотя, может быть, вот сюда куда-то магазинчики им бацнуть, чтобы они были счастливы. Ну давайте я такое небольшое количество еще сделаю, чтобы вот это вот дело застроить. А что у нас по ландшафту вообще? Спасибо большое за подсказки, я сам разберусь. Блин, ну мы можем, конечно, деревца сюда по одному втыкать, но это, конечно, чушь собачья. Можно было пустые места занять каким-то образом, какими-то камнями. Ну-ка, вот это что такое? Ну вот такой вот прям булыжник, да? Ну ладно, мы как-нибудь потом этим займемся, лишние деньги тратить не хочется. Хотя на самом деле денег поступает нормальное количество, и в принципе можно было побаловаться. Но это здесь не так просто интересно, как в какой-то другой, может быть, игре, потому что, ну, не настолько качественные текстуры сами по себе, это не очень прикольно, в общем, поэтому фигней страдать не будем. Так, здесь как всегда по классике, я делаю все как всегда. Ну, давайте исправлять, значит, как вас тут исправить-то? Вот так получается просто, да? И вы будете счастливы. Ну, вроде нормально, должны сейчас подключиться к сети. Говорите, работников вам не хватает. Это, друзья мои, ситуация-то исправимая, мы сейчас сюда еще кого-нибудь можем поселить. Конечно, далековато им кататься, я это понимаю, хотя места здесь достаточно. Наверное, все-таки следует здесь все это дело организовывать автобусным сообщением, да, чтобы они могли путешествовать до работы. Над этим стоит подумать. Я, наверное, в этой серии, конечно, этим заниматься не буду, потому что серия, иначе, затянется на очень долго. Вот, но, возможно, в следующем мы уже что-то с этим сделаем, так как вопрос стоит уже ребром, и людям отсюда надо добираться. Я так понимаю, что метро нам все равно еще не разблокировали, это что такое? Это трамваи, вот оно метро, здесь 4000 населения надо, и, кстати, мы в скором времени его достигнем. Мы подумаем над этим, потому что метро, мне кажется, смотрелось бы здесь адекватнее, чем какие-то автобусы, да, на автобусах кататься, тем более создавать дополнительные пробки, потому что машин достаточно много. Конечно, мы это все переделаем, я понимаю, но, тем не менее, мне кажется, это не совсем рационально. Почему бы нам не подгореть немножечко? Я тоже считаю, что можно. И причем это горела школа еще к тому же, ну вообще замечательно. Не очень много здесь учащихся, но они присутствуют. Это хорошо. Че мне здесь мне говорите? Слушайте, погодите-ка секундочку. А я, по-моему, вообще кладбище не делал. Вам так не кажется? А кладбище-то оно необходимо все-таки. И куда я вам приделаю сейчас кладбище? Почему я об этом не подумал чуть раньше? Это хреново. Но вот я вижу единственное место где-то здесь для кладбища, да, на самом деле. Потому что просто мы не вывозим по территории, как бы, ну, вот сюда куда-то его придумывать, ну, я даже не знаю. У меня есть кое-какие планы на этот участок, и я, наверное, не вижу здесь просто кладбище, но давайте попробуем куда-то вот сюда приделать. Ну, немножко, ребята, вы съедете, а остальные-то счастливы или как? Или вам здесь свое кладбище надо? Ну, давайте я вам тоже сюда приделаю кладбище, мне не жалко, блин, хотя нет, мне жалко, потому что здесь у меня, скорее всего, трасса будет переделываться. Пока не буду торопиться, оставим пока что вот это кладбище одно, посмотрим, как это все будет выглядеть. Тех людей, которых мы выселили, мы на самом деле расстраивать сильно не будем, мы просто поселим их куда-нибудь вот сюда, на береговую линию. Конечно, здесь, наверное, тоже с ума сходить не стоит, потому что я, возможно, все-таки выведу дополнительную дорогу на следующий остров. Не знаю, когда это случится, но когда-нибудь это точно произойдет. Ну и напоследок у нас проблемы с электричеством. Ну-ка покажите-ка мне. 85, а нужно, точнее, 86 потребления, а производим 80. Это хреново, 87. Че, еще одну вам станцию забацать тогда?
Давайте так и поступим. Я не буду сходить с ума с бюджетом, не вижу в этом смысла, рано или поздно, блин, так еще и с этим проблема. А, погодите-ка, здесь понятно, почему проблема со стоком, потому что он просто без электричества оказался. Вот он подключился, и электричество появись. Вжух, вжух, появитесь сточные воды, пожалуйста. Здесь просто вообще все залило. Заливает прям как из ведра. Ну что там, рассасываемся или как у нас дела? Давайте посмотрим. Но судя по вот этим вот значкам, все должно быть нормально, поэтому... Да, действительно, проблема решилась. Вся проблема была именно в электричестве. Здесь все еще не хватает небольшого количества работников. Мы понимаем, по каким причинам это происходит. Потому что надо организовывать сообщения между теми районами, которые мы создаем. Но в этой серии мы и так достаточно сделали. Поэтому на этом я предлагаю остановиться и продолжить уже в следующей. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, до новых встреч и пока-пока.